Сейчас наша программа представит спортсменка из Франции. On the ice, representing France. Мэй Беренис Мейте, француженка, выходит на лед. Сейчас будет она сжечь под Бейонсе. Всегда у нее были костюмы в таких вот огромных стразах. Шик! Здорово смотрится. Богато. Блеск. Богато. Немного не угадали мы со стилем музыки. Да, снова нам официальное досье приврало. Просим прощения, продолжаем. Под низом на колени кадет. О, а вот сейчас пойдет. Не падать. Ну что, зажгла все-таки. Друзья, вы бы видели, вы бы присутствовали при этом. Я сижу смирно, ваш покорный слуга сидит смирно, а олимпийская чемпионка наматывает круги в танце. Тихо, 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 это не обязательно озвучивать. Рада была я видеть эту фигуристку, тоже она уже собиралась заканчивать. Все миром уговорили. Мне, если честно, не очень склейка музыкальная понравилась. Там какая-то такая пауза получилась. Игра на контрасте. Иногда работает. У Франции сильная команда набирается на командный вид Олимпиады. Главный тренер... Прошу прощения, футбольная привычка говорить. Главный тренер. Тренер Мэй Беренис Мейте Шанетта Олле. Здесь вот была ошибка, недокрут и падение на каскаде. А ведь, казалось, почти удержалась она в ногах, на ноге. Здесь вот затащила Ридбергер.
за это не снизят, да? Может быть. Маленькое понижение, но... Боролась. Ну, но пока еще не победила. Ну и по Акселю нет вопросов. У нас классы, калибр. Улыбка в 32 зуба. Такой вот контраст спортсменки и тренера. Все замерли в ожидании. Спортсменка. За короткую программу получает 54, 54 балла. Это лучший результат в сезоне. Лучший для себя результат показывает Мэй Бернис Мейд. Мэй Бернис Мейд has earned for the short program 54.24 points, which is her season's best, and she is currently in the third place.